Всем няшки, пацаны. И знаете что, я для себя заново открыл такую замечательную игрушку, как Kerbal Space Program. Признаться честно, я об этой игрушке знал, как сказать, давно уже, когда там была самая первая версия. Она была сырая, не такая, как сейчас. Сейчас она более достойно выглядит. И я смотрел по ней летсплеи там, от американских еще летсплейщиков. И потом уже со временем потом об этой игре, естественно, забыл. И вот сейчас вот об этой игре напомнил такой вот летсплейщик, как Доскос. Да, тот самый, который похож на чувака из Постала. Я даже не знаю, либо из фильма, либо из игры. Ну, очень похож на него. Он там стрим по ней сделал. Я так немножко промотал, и вот сейчас решил сам попробовать. Ну, как сказать... Я, конечно, в ней нуб, но не полный нуб. То есть я, например, могу запустить этих чуваков в космос, да? Но как на орбиту выйти хотя бы просто, чтобы по орбите крутиться, я не знаю. И поэтому я хочу сделать в конце такой небольшой вот этого видео интерактив. Вас попросить, как говорится, об этом, о помощи. Но это все будет позже, а давайте для начала уже... Тьфу ты, что-то я все сбиваюсь. Давайте, короче, приступим к этой замечательной игрушке. Немножечко я в ней освоился, то есть управление я примерно знаю, так что я сейчас вам тоже буду потихонечку это объяснять, показывать. Потому что новая игра. Можно, в принципе, тренировку, ну, это все понятно, сценарий, но мы, естественно, новую игру начнем. Тут есть сэндбокс, то есть доступны тебе все модули, да, все вот эти двигатели, чтобы ты мог полететь. Но мы начнем, естественно, карьеру заново, с нуля. Флаг. Не знаю. Давайте вот этот флаг. Господи. Назовем мы компанию Польша. Позже вы поймете прикол, почему я так назвал. Так, ну что ж, начнем. Старт. Польша. Так, что нас здесь приветствует в самом начале нашей карьеры? Это вот этот вот такой вот городок космический, да, где мы можем начать исследование, да, допустим, но так как у нас нет очков, мы не можем это делать. Я сначала долго думал, как эти гребаные очки набирать, потом посмотрел летсплей какого-то там американца, он тоже там типа начал, и в принципе я... показал, как это делать, так как мы сейчас ничего не можем, естественно, изучать, потому что у нас нет очков. Нам надо хотя бы хоть что-нибудь, какой-нибудь первый полет свой, да, свершить. Также тут есть сама Солнечная система. Естественно, это все выдумано, да. Это планета, да, Солнечная система. Тут две луны. Одна близко находится, да. Так, как к ней можно присоединить? Это приблизить. Да, вот, можно. Одна близко находится, да. Другая чуть подальше. Тоже луна, как бы считается. Просто камень какой-то. Ну и дальше там уже, естественно... Я вообще не представляю, как... Да, у этой игрушки, естественно, нет никакой цели, да. Цели вы ставите себе сами. То есть это такое развлекалово, да. Ну, смотрите, дальше тут я уже не знаю, как до сюда добраться. Дальше это вообще Плутон какой-то, блин. И мне бы хотя бы просто на Луну бы долететь. Вот там. Мне хотя бы просто хотя бы на орбиту попасть, я не знаю. Просто по орбите покрутиться, потому что, честно вам признаюсь, поиграл всего лишь полчаса. И то, что сейчас вот узнал, то сейчас вам и покажу. А уж интерактив в конце я скажу, там как-нибудь мне, может, поможете. Так, исследование, да. Здесь у нас сами космонавты, в принципе. Тут Lost показывает, если они взорвутся, там погибнут. Прочие вещи. Ну, давайте всех добавим, вообще пофигу. Пусть у нас... Ну, там у них характер показывается, все вот эта вся херня. Ссылку на эту игру, я признаюсь честно, я ее скачал, версия там какой, 0.23, что ли. Ссылку на нее кинул в описании. Также тут есть русификаторы. Но русифицировано не все, но хотя бы написано, какие там двигатели и прочее так. Здесь у нас можно создавать... ракету, которая будет по взлетной полосе идти и лететь куда-то. Я не вижу в этом смысла. Это наша, естественно, стартовая площадка, да, взлетная. Что ж, давайте создадим свою первую ракету.
Естественно, она никакущая, потому что там, ну, совсем ничего нет. Там главное хотя бы хоть куда-нибудь прилететь. Так, и почему Польша? Потому что... Польша не может в космос. Вот так вот. Все поняли, наверное, этот прикол, да? Это Country Balls, вот эти шарики, да? И там постоянно над Польшей издеваются. У нас Польша не может в космос. Да, вот такой вот у меня прикольчик. А, да, игра русифицирована, русификатор я тоже, естественно, оставлю в описании. Но, как я говорил, переведено не все, но хотя бы хоть что-то, потому что игра очень сложная в понимании, как... просто там вот эти словечки, там всякие английские, хрен поймешь, вообще хрен переведешь. И что? Не знаю, как я буду делать, я, наверное, буду половину вырезать, потому что в монтаже это... Ой, так чисто смотреть, это тоже очень долго. Я уже 7 минут болтаю ни о чем. Ладно, это у нас капсульный модуль. Командный модуль, короче, где у нас будет у нас Керби вот этот находиться, да, товарищ. Естественно, она нужна, без нее, естественно, ракета не полетит. Что мы можем еще туда добавить? Ускоритель, бак. Да, жалко, у нас сейчас не изучена технология отцепления модулей, потому что это нам уже помогло. Нам хотя бы сейчас хоть куда-нибудь прилететь, да хоть хотя бы вот эта, да, фигня пусть будет. По-моему, ей не нужен, насколько я помню, ракетный двигатель. Ракетный двигатель нужен для топливного бака. Может, я ошибаюсь, не знаю, может, я опять что-то забыл. Так, это крепление, вообще я не понимаю, зачем она здесь нужна. В будущем появится крепление, которое... Ну, оно будет просто... Ну, такая вот... Такой краник, да, который присоединяется к ракете, и ты можешь отцепить его и полететь. Так, ладно. Парашют, естественно. Парашют нужен, потому что... Главная задача здесь, чтобы изучать технологии, это... Чтоб он собирал сведения, допустим, вылетел в космос, да, там начинает... посылать сигналы, типа, да? Вот, где вот сигналы, сейчас вам покажу. Вот, антенна, связыватель. Чтобы он начал посылать сигналы о своем успехе, неудачах, что он там увидел. Ну вот, в принципе, у нас уже ракета первая готова. Да, вот такая вот наша первая ракета. И мы здесь обязательно, здесь, вот здесь, надо ставить двигатель, допустим, да, переместить сюда. Это будет первое, что мы... Кнопочка пробел. Это я сейчас объясняю для тех, кто не играл в эту игру. А те, кто уже играл в эту игру, наверное, скажут: «Господи, нафига ты мне это объясняешь, что я все знаю?» Вот поэтому я сам в этой игре полный нуб. Ну, опять же говорю, не полный, хоть немножечко там уже успел какие-то достижения добиться. Поэтому, опять же говорю, в конце будет интерактив, где вы мне будете помогать всячески. Если вам, конечно, понравится прохождение. Потому что, ну, игра интересная на самом деле. То есть она завораживает. Я всегда любил тему про космос и, как я уже говорил, да, про атомное оружие. Ну, тут жалко, как атомное оружие нельзя создать. Но зато можно тут бабах такой устроить, если тебе не получится взлететь. Что ж, мы создали, да? Так, также, в принципе, здесь на эту кнопочку нажимаете, допустим, можете сразу несколько там поставить этих, например, модулей, да? Например, вот этих, да, антенн. Ну, нам одна, нам не нужно много. Потому что это все жрет энергию. Здесь очень все сложно. Я не знаю, как вам в одном этом сейчас видео объяснить, тем, кто не играл. Так, ладно, сохраняем наш проект. И идем на взлетную площадку пытаться запустить это говно доисторическое. Которое, естественно, не долетит сейчас в таком состоянии до космоса, до орбиты. Но мы, нам сейчас главное полететь куда-нибудь подальше, чтобы изучить местность. Потому что, как я понял, эти дебилы только живут на этой херне и не знают, что у них происходит даже на планете. Господи, как же она смешно выглядит. Итак, что мы делаем? Так, сейчас проверю, как запись идет. Эй. Да, нормально. Что мы сейчас будем делать? Нажимая на Shift, прибавляем тягу двигателя. Так как мы поставили это сюда, я сначала долго думал, почему, когда я нажимаю на пробел, когда у меня вот эта ракета была здесь, ну, то есть вот это вот так уж, почему я нажимаю на пробел, у меня и парашют выпускается, и ракета взлетает. Я такой, what the fuck, какого хера? Оказывается, здесь все продумано.
Что мы можем делать? Мы можем, в принципе, вылезти из нашей капсулы, да? И просто осмотреться. Но тут самое главное, вот что надо делать. Так, во-первых, да, отключим электронику, потому что двигатель будет жрать электронику, а нам надо еще посылать репорты, да. Вот как раз вот это прибавляет нам очки исследования, да. То есть сейчас я вот нажимаю, чтобы он записал в бортовой журнал. Да, и в конце, когда обязательно, здесь надо, главное, обязательно выжить. Ты можешь полететь там в космос, да, там изучить все вообще, там просто сказать, типа, вот я в космосе, я там изучил это, я там вышел в открытый космос. Но если ты, сука, не выживешь и в конце не подашь сигнал, то, что ты исследовал, то в итоге ты ни хрена, можно сказать, не сделал, потратил время впустую. Да, давайте создадим отчет, то, что мы сейчас на Земле, типа, да, все дела. Что ж, нажали на Shift, теперь надо нажать на пробел, и мы взлетим. Да. Полетели. Также кнопочкой Т, видите, можно поставить, чтобы он держался этого курса. Управление здесь В, С, А, Д и Е, Q, то есть управление движением, да, ракеты. То есть мы можем сейчас отжать, да, и направление движения себе поставить. Но эта ракета, по-моему, ни хрена не управляемая, она ничего не сможет сделать. Да. То есть она вообще никак у меня не управляется, я смотрю. Вот видите, это там изменяется показатель, но она просто прямолинейно летит. Итак, сейчас у нас... да, все, кончилось топливо. Что мы делаем? Давайте-ка мы выйдем нашим астронавтам... Ой... Ебать ты лох! Дурак, ты же у меня держался, что с тобой не так? Отсюда можно упасть. Да ладно, блядь. Мне нужно срочно вернуться в корабль. А ты не можешь послать сигнал, да? Да. Такой фейл. Объяснял. Просто поиграл, называется, полчаса. Не, ну он у меня держался. А, может, он, когда он в орбиту выходил, он держался, исследовал космос. Ладно, давай, подыхай. Может, нам что-нибудь зачислят, какие-нибудь очки, хотя навряд ли. Потому что ты вне корабля был, ты не мог подать сигнал своему скафандру. Потеряли мы одного астронавта, короче. Да. Хорошее начало, я так скажу. Мы даже можем увидеть, что мы потеряли его. Lost, да. Джебедиах Керман. Джебедиах. Ты был очень хорошим астронавтом. Прости за мою тупость. Естественно, мы ничего не исследовали, да, это. Само собой. Что ж, возвращаемся обратно в строительство ракет. Сейчас я немножко ее видоизменю, потому что она неуправляемая чертяга. А мне не нравятся неуправляемые ракеты. Давайте вот топливо, бак с топливом. Да даже два давай. И двигатель. Да. Сохраняем, идем. Так, я ж по-моему... А, ну там можно в самом процессе поставить то, что не раскрывался парашют. Ребят, первая попытка, первый фейл. Но я не знаю, почему это произошло. Не, я знаю, почему это произошло, потому что я не вышел, блин, грёбаный открытый космос. Польша, блин, не может в космос. Да, Польша, сука, не может в космос. Так, мы, естественно, сразу добавляем двигатель сюда, потому что иначе при нажатии на пробел откроется еще и парашют, а нам это не надо. Что ж, Билл Керман, давай, у тебя... Ты не должен повторить ошибку своего собрата. Shift. Так, подожди, давай-ка ты сначала там репорт сделаешь. Да, то, что ты готовишься к ракете, там, отключаем, естественно, опять же, энергетику, потому что, блин... А, может, из энергетики я не мог управлять. Вот видите, я пока еще ни хрена не знаю в этой игре. Так, нажимаем пробел. Полетели! Поехали! А, не могу управлять, ну а что тогда? Естественно, опять же говорю, мы сейчас не можем
Так, Т нажми. Т. Кнопочка Т. Так, 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 тихо, 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 тихо. Управляю опять же этими ВС и Д. Надо нам выровняться. И сейчас нам надо как можно дальше попытаться улететь. Вот, допустим, да, вот, лети куда-нибудь туда. Потому что мы в космос все равно сейчас не можем. Нам не хватает очков исследования. Да, вот все. О, господи, как тебя крутит, вертит. Ну, мы парашют потом раскроем. Окей, давай посылай там всякие сигналы, давай репорты там. Отлично, побережье для отдыха, замечательно. Давай еще там какие-нибудь сигналы посылай. Да-да-да-да-да, создавай отчеты. Главное сейчас... Почему я не нажимаю сюда, да? Потому что это тратит энергию. Нам этого пока не нужно. Окей, мы на высоте 12 тысяч метров. О, господи, как я не люблю раскрывать здесь парашют, потому что... Он не всегда срабатывает. Так, ну первое испытание мы полетели, да, в принципе, окей. Отличное место для отдыха, да, собирай эти данные. Главное, чтобы мы подальше приземлились от нашей космической... Да. Что ж, пора открывать парашют. Так, тихо, 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 тихо. Вот сейчас начнется самое интересное. Чтобы этот гребаный парашют открылся. Я нажимаю на все, ну, на shift, на пробел. Но он иногда бывает не срабатывает. И сейчас будет очень фейльно, если он опять не сработает. Я, сука, заматерюсь просто. Я не знаю, как это срабатывает, потому что иногда я нажимал, и она срабатывала. Можем отцепить парашют. Нет, ну отцеплять парашют мы уж точно не будем. Давай, парашют, открывайся. Вроде бы не такая тяжесть у корабля. Ты должен попытаться открыться. Хотя тут может и тяжесть повлиять. Я еще не знаю, даже если он раскроется, мы нормально приземлимся, потому что у нас нет отцепляемого модуля. То есть мы пока... Да давай, ты открывайся, господи Иисусе! Открывайся, господи! Откройся! Откройся! Господи! Билл Керман, тебе везет! Везучий ты, сукин сын! Кажется, отсюда виден наш дом. Да, давай, тоже запиши это в бортовой свой журнал. Да, запиши. Ой. Эта игра, конечно, она выносит иногда мозг. Да, давайте немножечко ускорим. Хотя уже мало осталось расстояния. Но чуть ускорим, чтобы быстрее он приземлился. 200. Ой, глад. Ты жив? Ты жив. Отлично. Мы-то, в принципе, можем выйти, да? Но только ты обратно зайдешь? Да, давайте включим электронику. А то у меня был такой фейл, когда... Да, энергия уже начинает тратиться. Тут главное следить надо за энергией. Ты не можешь выйти, да? Ну почему? Почему все самое интересное случается, когда я записываю? Ладно, в принципе, этого даже достаточно, то, что ты сделал. Нет, он реально не может выйти. А, что ж, ладно. Создаем отчет. Посылаем сигнал. Да, вот антенна пошла. Получаем очки опыта, естественно. И мы можем сейчас хоть что-нибудь уже изучить. Да, давай тоже отправляй отчет. Ну, это только у меня может быть. Все, сейчас всю энергию потратим. Да, еще опыта получили. Тут надо... Я хотел просто выйти, поставить флаг, изучить местность. Он может взять пробу грунта даже на своей земле. Я говорю, эти дебилы даже, по-моему, не изучали свою землю, в которой живут. Они живут на этом космическом своем городке. Им норм. Ладно. Если бы я сейчас сдох, то есть... нет, наоборот. Кнопочка эта не появляется, если я, допустим, не приземлился, да... Тут есть только два варианта. Либо выжить, либо умереть. Если ты умираешь, естественно, никаких очков опыта не получаешь. Но сейчас, по идее, мы должны получить первые очки своего опыта, чтобы, наконец-то, я мог купить отделяемый модуль. Потому что без него, сука, очень сложно. Очень. Да, мы получаем, наконец, первые свои 6
баллов исследований. Идем сразу же их тратить. Ага, понятно. Время посмотрел. Да, и теперь у нас доступен оцепляемый модуль. Нам это сейчас очень важно. Дальше тут можно исследовать парашюты там улучшенные, движки малой тяги, которые, кстати, неплохо помогают выруливать, когда ты уже в орбите, в космосе находишься. Всякие топлива. Но мы, по крайней мере, сейчас хоть что-нибудь изучили. Идем и видоизменять свою ракету. И попытаемся сейчас куда-нибудь подальше полететь, чтобы уж наконец-то выйти и изучить местность. У нас главная задача сейчас такая, побольше, чтобы очков опыта получить. Так, где этот у нас? Да, вот, отцепляем этот модуль. Да. Также у нас доступен контейнер с таинственной слизью. Этот контейнер надо испытывать, когда ты уже в открытом космосе. Потому что на Земле не особо сильно влияет то, что мы... Нам сейчас самая главная задача хотя бы хоть Землю изучить. Ну и до космоса еще пока... Польша пока еще не может в космос, я вам еще расскажу. Польша пока не может в космос. Да. Бак, 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 бак. Можем даже, в принципе, сделать несколько... Да, давайте сделаем несколько. Миниатюрный мы поставим сюда. Поставим ему тягу. Дальше мы идем... Ставим обычный бак. Да, видите, как сразу ракета изменилась. И топливо тоже. Вот как тут можно строить. Да. Так, на Shift приближать, все это стандартно. Окей, мы, в принципе, можем даже попытаться в космос выйти с таким-то двиглом, с таким-то запасом. Да, и поэтому я, пожалуй, прикреплю эти баки. Но тут главное, чтобы он был еще сбалансирован, потому что ракету может повести, поэтому мы ставим две точки. А, только тебе надо поставить на том месте, где ты не отцепишься, засранец. Ну, давайте в нашем модуле поставим. Как-нибудь так, чтобы он мог еще... Да, прицепим к модулю, и чтобы он мог еще выйти. Потому что это будет очень файльно, если... Из-за того, что я поставил эти бочки, баки, он не сможет выйти. Может быть, даже сейчас Польша у нас сможет в космос. Может быть. Так, мне вот эта антенна мешается, поэтому антенна... Ой, ёпта. Тихо. Антенну мы переместим в другое место. А, тоже по две. Нет, по две не надо. Ни одной-то хватит. Ты хоть куда-нибудь прицепи уже. Польша, наконец-таки, я думаю, сможет сейчас в космос. Да. Вроде нормально, да. Вроде эта ракета должна полететь. Итак, также у нас, ага, первая тяга, вторая нет, вот эту мы перенесем сюда. Нет, погоди. Тут, сейчас, погодите, потуплю чутка. Да, тут тоже модуль надо поставить, отцепляемый. А то я сейчас бы отправил бы его в космос, блин. Да. Отцепляемый модуль. Да. В итоге у нас первая. Потом идет отцепление. Потом идет вторая. Так, я даже отцепление бы поставил бы еще бы в одну секцию. Да. Первая. Отцепление. Вторая. Отцепление. И капсула одна остается. Да. Сохраняем и пробуем. И, наверное, я буду на этом заканчивать свою первую эту серию, конечно. С первой попыткой было очень смешно. Что ж, сегодня Польша, я думаю, сможет в космос. Я очень на это надеюсь. Что ж, поехали. Сразу ставим Т. Нам надо как можно выше добраться. Время я ускорять не буду. Я один раз так ускорил время, и в итоге я сбился с орбиты. Хотя я могу немножечко совсем увеличить. И если что, я буду готов изменить ему траекторию. Так, 30, 40. Держись траектории. Так, первое кончилось. Отцепляем, нажимаем на пробел. Нажимаем еще раз пробел. Полетели дальше. Да.
До космоса мы сегодня доберемся. Или нет? Или нет? Ну, пожалуйста. Что, тебе не хватило тяги, что ли? Да что вы издеваетесь надо мной? Ладно, изучим нашу вот эту материю. Отмечаем покачивание колебаний таинственной слизи. Да, отправляем. Изучаем. Да. Так, а энергия? А, энергия есть, слава богу. Я уже думал, энергии нету. Так, также мы... Да-да-да, отлично, побережье для отдыха. Но мы никуда не выйдем, мы только изучили слизь. Черт. Ладно, выпускаем парашют, нажимаем последний раз пробел. Пора уже его пытаться открыть. Ой, господи, опять это начинается, ненавижу это. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Откройся. Откройся. Время потише поставим, потому что эта херня почему-то не срабатывает иногда. Я очень боюсь за эту херню, но он должен сработать. У нас совсем никакой силы нету. То есть ракета у нас не тяжелая. Пожалуйста, срабатывай. Пожалуйста. Я все нажимаю. Пожалуйста. 500 метров. Господи, там наша ракета упала. Взорвалась, вы видели, да? Ну что ж, ускоряем время. Приземляемся, выходим из нашего космолета. Бил у нас, кстати, уже вторую полет выживает. Что, замечательно. Да, выживает. Отлично. Ну, Господи, опять криво. Ну, надеюсь, на этот раз ты выйдешь, говна кусок. Ой, энергия-то как тратится-то. Не-не-не, стой, нам еще надо сигнал подать. Вау, тихо. Живи, Бил, живи. Окей. Что мы сделаем? Давайте флаг поставим. Первое наше достижение. Хотя, конечно, я первый раз, когда играл, дальше улетал. Ну, ладно. Да. Флаг. Наш флаг. А, также... А, имя флага. Польша пока не смогла. Космос. Да, к сожалению. Ага, поверхность как бетон. Замечательно. Да-да-да. Взять образцы грунта. Естественно, да, это тоже нам повысит сейчас репорт. Да, тоже, да. Все, идем в свой корабль и посылаем сигналы. Два раза F. Окей, включаем. Как энергия-то тратится-то, господи, погоди. Создать отчет. Что, мне кажется, мы попали сюда случайно. Да, допустим. Да. Да. Так, тихо. Угу. Включаем связь. Посылаем сигнал. Загружается. Да, отлично, заработали. Посылаем еще один сигнал. И еще один сигнал. Тратим всю энергию. Отлично. Что-то мы сделали. Надеюсь, мы что-то изучили. Изучили вот эти вот, как его, баночки со слизью. Сложная игра. Местами. Да, мы зарабатываем целых наблюдений с таинственной слизью, да, таинственной слизью. Да, грунт, проба грунта, все, у нас 15 очков исследований есть, мы можем еще их потратить. Так, тут у нас 18, тут 20, ну давайте вот это 15, у нас откроется малая тяга, двигатель, парашют, да. Парашют новый нам нужен, естественно, потому что я в этом не уверен, сколько я раз уже с этой херней разбивался. Время закончено. Но давайте еще последний полет. Я прям не могу от этой игрушки оторваться. Она прям, ну, просто ми-ми-ми. Так. Давайте мы двигатели побольше поставим, потому что я хочу в космос. Я хочу закончить эту серию полетом в космос. Гребаный космос. Да, естественно, парашют мы заменяем на более новый. А, ну имеет... Ну... боковое крепление. А, подожди, а то я же сюда теперь... А,
посадки. Ну, тогда понятно. Обычный парашют поставь. В топку тебя, короче. Давайте ему двигателя побольше поставим. Неуправляемый вектор тяги. Да, нам сейчас как раз и нужно неуправляемый, чтобы он побольше взлетел. Также мы сейчас, естественно, цепляемый модуль поставим. Да. И еще один такой же херню. Ну уж такая херня, балда уже должна долететь. Да, вроде ничего не забыли. Так, первое идет это, потом отцепление, потом идет это, потом отцепление. Да. Сохраняй. Без разницы, короче. Забыл я сохранить проект. Ну, ладно. Чем мы там? Не особо-то много еще создали. Запись идет. Ой. Нублю я пока в этой игре. У меня почему-то на записи всегда получается нубить. Офигенно. Так, что-то мне показалось, что. Ага. Установить запись. Нет. Окей. Опять наш Билл Керман. Герой уже третьего полета. Он как Гагарин какой-нибудь, хрен его знает. Опять нажимаем на Shift. И надел. Нажимаем на Т, чтобы держать. Стараться держать эту траекторию. Также тут можно, опять же, нажимать карту на М, да, но тут уже выход на орбиту. Здесь можно управлять вектором полета. Нажимать потом на клавишу R, чтобы он следовал это вектором полета. Но для меня это пока очень сложно. Я бы хотел просто до космоса долететь. Ну, до космоса я уже долетал, мне записи. Что говорить. Даже выходил в открытый космос. Так, отлично, пробел. Давай, давай, братюня. Братюня, давай. Так. Энергию не трать. Энергию мою не трать. Вот, все, выходим в открытый космос. Отлично. Да. Отцепляемся. Ой, как тебя несет-то. Ой, господи. Окей. Вышли в космос. Давайте сразу начнем изучать вот эти вот вещества. Холод отрицательно сказывается на таинственную слизь. Отлично, да. Замечательно. Что еще про таинственную слизь? Тоже круто, да. А теперь вопрос. Если я сейчас нажму выйти, ты не вылетишь? Нет. Нет, тебя держат. Все, отлично, отлично, отлично. Польша смогла в космос. Польша смогла в космос. Польша смогла в космос. Нужно срочно вернуться в корабль. Отличное исследование ты провел. Да, отчет снаружи, да, создай отчет, чтобы потом его можно было отправить. Да. Все, музыка пошла, что мы в космосе. Space, да, как в портале. Так, все, заходи обратно, я боюсь за твою жизнь, засранец. Также посылаем репорт, то, что мы в космосе, да. Облака ты наблюдаешь, замечательно. Да. Создать отчет, слишком высоко взлетели. Все это нам нужно. Так, не нужно. Да. Все. Можем нажать на клавишу M, и вот как раз вот эта вот орбита. Здесь можно создать какую-то точку, как я понял, и изменять ему траекторию полета. Ну, так как мы сейчас, естественно, приземлимся обратно на Землю силой притяжения. Так, что? Блин, приблизьте. Господи. Так, создай точку. Создай точку, я сказал. Вот, да, и тут можно изменять ему траекторию. И если у меня были бы двигатели сейчас малой тяги, мы могли бы вот так вот попытаться обогнуть Землю, насколько я понимаю. Нажать на клавишу R, чтобы он следовал по этому маршруту. Но так как у нас этого нет, у нас траектория сейчас полета будет такая, и мы никак сейчас ее не сможем изменить. К сожалению. Да. То есть, вот, видите, вторая точка появилась. Если бы нажали бы на R, если у нас бы сейчас был бы еще бы один двигатель, мы могли бы как-то попытаться выровнять и... Но мы хотя бы смогли в космос на этой серии, да. И сейчас мы приземлимся, пошлем отчеты. Да. Потому что если я сейчас не пошлю отчеты, если я сейчас разобьюсь, будет очень плохо. Ладно, давай свободно по... Что такое? А что, время нельзя ускорить? No target.
Ну ладно, подождем, господи. Подождем. Короче, мы в свободном падении. Естественно, нас притяжение притягивает назад. Потихонечку. Да, просто подождем, и все окей. Так, вот сейчас, кажется, мы будем уже достигать стратосферы, или как это называется, атмосферы. Сейчас корабль, по идее, должен так немножечко подгореть, пукан. Клавиши V английской мы можем менять положение камеры, но не так важно, в принципе. Кнопка M, опять же, мы можем посмотреть свое падение офигенное с высоты планеты. Так, окей, мы летим. Падаем на землю. А на этот раз мы отлетели подальше от своей базы, так что мы можем еще и грунт изучить. То есть у нас бил молотчик. Сейчас главное найти нужную высоту. Так, давай-ка ты попытаешься выровнять положение, потому... Да, вот, все, входим в атмосферу. Все, и после этого можно будет пытаться открыть парашют. На высоте где-то 10 тысяч метров, я думаю. Да, быстро ты падаешь. Отлично. Так. Даже, наверное, 9 тысяч, потому что, значит, парашют там будет себя вести очень нестабильно. Ага. Все, открываем парашют. И... надеюсь, он сработает. Если я сейчас ничего не буду нажимать. Я просто очень боюсь, то, что парашют не раскроется. У меня пару раз не раскрывался. Я прям даже постоянно пытаюсь что-нибудь нажать, чтобы эта зараза открылась. Отцепить, может, парашютер от прикола. Да, так, хоп. Ну нет, естественно. Я еще жить хочу. Нам еще надо кучу исследований. Мы много чего изучили. Жидкость, которая замерзает там, странно себя ведет в космосе. У меня как-то по-другому писалось там. Она странно себя ведет. Все, отлично, парашют раскрылся. Ускоряем время. Приземляемся, выходим, ставим флаг. Берем грунт, пробу грунта. И в конце у нас будет куча офигенных очков исследования. Пам! Гуд. Отлично. Так, включаем. Стоп. Я не вижу нифига из-за этой херни. Так, ладно, вылезаем. Давай, вылезай. Кстати, тут, если нажать на кнопочку C, можем смотреть от лица пилота, но тут, естественно, ничего не видно, да, толком. Поэтому опять нажимаем на C и пофигу, как говорится. Выходит наш космонавт. Да, ты на Земле, давай поставь здесь флаг, почему бы и нет. Давай на Shift, бегом. Поставь флаг. А, ну мы же таки долетели до космоса, да, поэтому Польша смогла в космос. Польша смогла космос. Да? Берем пробу грунта. Там что он там? Что это за грязь? Это не стоит того, чтобы снаряжать целую космическую программу. Я с тобой согласен, чувак. Пока я с тобой согласен. Да. Отчет снаружи. Отлично. Угу. Да. Все. И теперь беги в свой шаттл и посылай сигнал, то, что ты побыл в космосе. Так, да, залезай.
Все, отлично. Включаем ему энергию. А, энергия уже включена. Да, репорт. Да, да, да. Ага, так, окей. Сейчас немножечко потупим. Отправляем сигнал. Еще один сигнал, наверное, сейчас отправим. Да, да, да. То, что мы взлетели там и прочее говно. Ну все, вроде, да, больше ты не можешь отправить. У тебя энергии не хватает. Пишет, что электрик не хватает. Возвращаемся на свою базу. И ждем, чтобы у нас было куча сейчас очков исследования. Да, у нас просто куча. Отчет снаружи. Наблюдение за таинственной слизью. Аж сразу два раза. Еще что-то какая-то херня. И в итоге у нас 26 очков исследования. Неплохо. Неплохо. 45, 45, 18, 20. Тут либо стабильность крыла, либо побольше двигатель. Управляемые тяги. Да, давайте побольше, чтобы он подальше летел, потому что в следующей серии мы будем покорять космос дальше. Ну, а на этом первую так эту пробную серию, опять, наверное, час. Господи, почему я видео всегда по часу пилю? Первую пробную серию по этой замечательной игрушке я заканчиваю. Да, я хочу сказать про интерактив. Любые советы приму. Хочу сказать сразу. Любые от вас советы. Я создам группу ВКонтакте, ссылка будет в описании, так же, как и ссылка на, где я скачал эту игру, ссылка на русификаты. Но будет ссылка еще и в группу моей ВКонтакте, да, где создам я тему, и вы там мне советуете. Я, вот кто спецы в этой игре, потому что я играю в нее, ну сейчас во второй раз, считай. Первый раз мне, кстати, удачный был. Тут какой-то фейл на фейле. Бывает. А, в общем, пишите там какие-нибудь советы, не знаю, как на орбиту нормально выйти. Можете даже мини-видео какие-нибудь снимать на ту же, даже Open Broadcast, Broadcast это software, да, OBS. Тоже, почему бы и нет. Она легка в освоении и не лагает из-за этого игрушка. Посылайте видео там. Пожалуйста, ребят, мне нужна ваша помощь. Ну, это, естественно, если вам понравилась эта серия. Если вам не понравилась эта серия, я, естественно, не буду продолжать. Ну, а так, спасибо за просмотр, дружи. Увидимся в следующей серии. Польша таки смогла в космос. Главное, чтобы теперь Польша смогла на Луну. А это я пока не могу. Жду помощи от вас. Что ж, ладно. Всем пока, ребят. Спасибо, что посмотрели. Увидимся.